В Одинцовском историко-краеведческом музее открылась выставка «Память о Нюрнберге», приуроченная к 75-летию знаменитого суда над нацистскими преступниками. В экспозиции представлены рисунки народного художника СССР Николая Жукова. В январе 1946 года он был направлен на Нюрнбергский процесс как корреспондент газеты «Правда». В течение 40 дней художник находился в зале заседания трибунала, сделав за это время более 200 рисунков.